Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире очередной выпуск программы «Разговор о медицине». Тема сегодняшней программы – заразные болезни кожи. Сегодня на студии заместитель главного врача по медицинской части Ульяновского областного кожно-венерологического диспансера Захар Александрович Коган. Здравствуйте, Захар Александрович. Добрый день, Павел Сергеевич. Захар Александрович, ну, тема такая очень интересная, да, и такая насущная, потому что у нас сейчас лето, и вот именно в такое в теплое время года, да, как говорится, кожные покровы наиболее часто контактируют с окружающей средой, правильно? Вот, открытые участки кожи, и поэтому есть риск именно вот возникновения заразных заболеваний. Скажите, пожалуйста, какие заразные болезни у нас наиболее распространены в регионе, и вообще какие стоят, вот, если так вот сказать, там, на первом месте, на втором по распространенности, на третьем месте и так далее? Из заразных кожных заболеваний можно выделить несколько нозологий, несколько болезней. Это микроспория, это трихофития, это чесотка. Ну и прочие грибковые заболевания, которые вызываются в основном патогенными, условно, патогенными грибками, также они присутствуют. Эти заболевания, они являются социально значимыми, например, микроспория, трихофития и чесотка. Но также другие заболевания, например, грибковые поражения стоп, кистей, ногтей, они тоже являются контагиозными, и ими вполне можно заразиться. Ну, то есть вот, давайте сразу тогда обговорим, какие пути распространения вот этих болезней. В основном путь передачи – это контактно-бытовой. Или просто контактный путь. И если, например, брать заболевания грибковые ногтей там, и стоп или кистей, то это в основном передача идет от человека к человеку. Если... Ну, то есть они все антропонозные или есть все-таки занозные тоже есть? Да, вот я про это хочу как раз сказать. Если речь идет о микроспории и трихофитии, то здесь есть передача как и от зараженного животного к человеку, так и от зараженного человека к человеку. Если мы говорим о чесотке, то это чистый антропоноз. Это означает, что заболевания передаются только от человека к человеку. Ну вот вообще, если говорить вот о чесотке, например, да, вот история этого заболевания, она уходит в глубину, да, то есть там более 4000 лет, по-моему, известна она уже, да, то есть вот там Греция, Рим, да, в Греции там называлось это Псора, по-моему, да, в Древнем Риме это называлось Скабис. Скабис, ну, это латинское название. Ну то есть вот такое, оно да, древнее такое заболевание, да, что сейчас вот изменилось вообще, да, вот может быть какие-то новые взгляды на это заболевание, ну понятно, что сейчас современный мир, да, и так далее, но все-таки вот возникновение этого заболевания, что-то изменилось? Да практически ничего не изменилось. Возбудитель все тот же. Это чесоточный клещ или чесоточный зудень, как его называют. Болезнь крайне контагиозная. Болеют ей и дети, и взрослые. Но у нас случаев не очень много в регионе. Они единичные. Не очень большое количество заболевших. И действительно, болезнь это известна с глубокой древности. Описано в различных учебниках, трактатах. По лечению особых каких-то новшеств нету. У нас есть наши клинические рекомендации Российского общества дерматовенерологов и стандарты лечения, в которых прописаны все схемы, варианты терапии данной болезни. И клещ чесоточный, он не приобрел резистентность до сих пор к этим препаратам. Поэтому лечение чесотки, оно практически в 100% случаев успешное. Ну, Захар Александрович, вот при многих каких-то заболеваниях, да, есть так называемая группа риска. Вот что касаемо заразных кожных заболеваний, здесь ведь тоже, наверное, есть люди, вот, которые хроническими неинфекционными заболеваниями болеют, например, у которых есть, например, там, предположим, псориаз или там сахарный диабет, да? То есть это своеобразная все-таки группа риска для вас, вот, как дерматологов, да? По сути дела, да, потому что если мы берем грибковые инфекции, я не говорю сейчас про чесотку, потому что ей может любой человек заболеть. Да, давайте грибковые. Да, если говорить про грибковые заболевания, то здесь, конечно же, группу риска составляют пациенты как с уже существующими какими-то кожными заболеваниями,
так и пациенты с заболеваниями внутренних органов или с другой какой соматической патологией. Вот правильно сказали про сахарный диабет, например. Пациент, который длительно вынужден принимать антибиотики, пациент, который длительно вынужден принимать системные глюкокортикостероидные средства, у них повышается риск развития грибковых осложнений. Если любую инструкцию к препарату взять к такому, да, то в побочных эффектах будет написано развитие побочных явлений, но чаще всего это кандидозные инфекции, которые тоже должны быть пролечены по мере возникновения у конкретного пациента. Захар Александрович, а вот очень часто такая тенденция есть, да, вот люди заметили у себя на коже какие-то изменения, там, ну, или сыпь, там, или какое-то, там, не знаю, там, образование каких-то вещей, там, да, ну, на коже. И вот начинается, значит, как говорится, либо самотеком идет это заболевание, либо они начинают слушать родственников, знакомых, там, соседей, у кого-то как-то там кто-то лечил, давайте я также попробую, народные средства, да, вот это, вот как вы к этому относитесь, вообще, насколько все-таки это вредно, вот такое, да, направление, да, вот, когда самолечением занимаются. И что нужно предпринять в этом случае все-таки? Ну, предпринять что нужно? Обратиться обязательно. Конечно, надо, да? Обратиться к врачу, это однозначно. Да, потому что, допустим, если это может быть как заразное заболевание, так и не заразное кожное заболевание. Ну, хотя бы даже для этого и тоже надо определиться. Это первый момент. Второй момент. Кожные заболевания, многие они имеют тенденцию к достаточно быстрому распространению на кожном покрове. Имеется в виду площадь, может, поражение. Да, по площади, что заразные, что не заразные. И здесь только осмотр и лабораторная диагностика, они могут, во-первых, установить это заболевание заразное или не заразное. И второй момент – подобрать уже адекватную терапию. Что касается народных средств, советов провизоров в аптеках, например. Да, в аптеках же тоже часто иногда подсказывают. Могут подсказывать, но обычно пациенты могут сами себе диагноз поставить уже по интернету, и это не… И неправильный диагноз причем. Да. И правильный, и неправильный. Mm-hmm. Нередкие случаи, когда пациент уже приходит и называет свой диагноз. И действительно, он его по интернету угадал и уже даже говорит препарат, которым бы он мог бы полечиться. Ну, я думаю, сам не угадаешь степень, стадию, да, вот развития и все это прочее. Ну, то есть уже да, специалист, да, здесь однозначно должен принимать участие специалист, квалифицированный врач-дерматовенеролог, который подскажет пути решения какой-то кожной проблемы. И, например, если касаться поражения ногтевых пластин, да, не каждое поражение ногтевой пластины – это грибок, как ошибочно принимается. Это может быть связано и с нехваткой каких-то веществ в организме, и с нарушением кровоснабжения ногтевой пластины, и с какими-то посттравматическими явлениями. Поэтому здесь определить диагноз может только врач. Захар Александрович, а вот педикулез, насколько это сейчас вот актуальная проблема, да, вот как и тоже им можно заразиться? Ну, понятно, что дети, это, как называется, они находятся в коллективах, да, там детские сады, школы, сейчас летние лагеря, санатории, дома отдыха и так далее. Вот насколько это все-таки сейчас проблема актуальна и как ее профилактировать? Ну, проблема актуальная, она всегда, потому что педикулез – это все-таки достаточно заразное заболевание, да, и оно вызывается не просто какими-то бактериями или грибками, там уже именно вот насекомые, которые более сложно организованы, выступают возбудителем. Однозначно должна быть осторожность всегда в плане педикулеза, поэтому осмотр должен проводиться обязательно в организованных детских коллективах и в школьных коллективах, и в коллективах техникумов. Это прям правило такое, да? Это правило, там есть определенные критерии по обследованию, по осмотру, которые должны соблюдаться. И при установлении диагноза педикулез, при обнаружении самих взрослых особей там, или гнит, например, проводится обработка, проводится лечение, проводятся эпидемиологические мероприятия, обязательно подаются экстренные извещения в санэпидемстанцию, чтобы могли отследить этот очаг и его как-то локализовать и погасить. Вот. А то, что касаемо детей, они представляют собой группу риска и по педикулезу, и по другим заразным кожным заболеваниям, в частности, по микроспории, потому что если брать грибковые поражения, у детей кожа, она менее приспособлена к таким контагиозным и заразным вот этим агентам грибковым, и дети более часто они
тискаются, например, с котятами где-то там на улицах или в деревнях, да, что тоже является многократным контактом с источником заражения. И, соответственно, нередкие случаи встречаются поражения многоочаговых. Многоочаговой микроспории, например, которые приходится лечить не только наружными средствами, но и назначением препаратов внутрь, системных. Захар Александрович, ну вот я хочу вот к тому еще вот вернуться к теме. Вот родители должны какую-то работу все-таки с детьми тоже проводить. Ну, я знаю, что у вас тоже два замечательных сына, да? Вот вы как, тоже вот как отец, как доктор, да, какую-то вот разъяснительную работу проводите? Вот вы сейчас сказали, да, контакт с животными, которых не знаешь, там, еще что-то, там, обработка рук, там. Ну, вот, вот такие вот правила какие-то общие сейчас озвучите, пожалуйста. Ну, общие правила простые, да, то есть, ну, дети, они... В большинстве случаев они не виноваты в том, что они болеют. Это ответственность взрослых, естественно. Да? Конечно. И здесь простые правила соблюдения правил личной гигиены. Это избегать контактов с бродящими какими-то животными, особенно если это животное имеет признаки какого-то нездорового заболевания или нездоровый вид имеет, или нарушение там, целостности шерсти там, или кожного покрова тем более. И если животное ведет себя как-то странно, конечно, с таким животным лучше не контактировать. Обязательно нужно обращать внимание, если ребенок посещает детский сад, то у них каждый день должны быть осмотры проводиться. Да? Ну, это делается. Это делается. И здесь такая ситуация, что здесь лучше как бы гипердиагностировать какое-то заболевание, отправить такого ребенка в диспансер, в кожные сделать соскобы и удостоверить, что это не заразное заболевание, чем такой ребенок будет пропущен и потом перезаражает всю группу, например, той же самой микроспорией. Поэтому соблюдение правил гигиены, мытье рук, что еще можно здесь назвать? Ну вот осмотр, Захар Александрович, осмотр визуальный даже, да, ведь тоже родители... Визуальный осмотр. И ребенок, наверное, тоже скажет, если что-то у него появилось, и там зудит, что-то появилось на коже, он сам скажет же родителям, правильно? Он может сказать, если высыпания будут сопровождаться зудом, например. Если не болит, он может не сказать, да? Да, потому что та же самая микроспория, она может без симптомов протекать только в виде одного очага там, или двух, а потом они начинают разрастаться. Если у такого пациента маленького чесотка, то, конечно, родители это заметят. Он будет чесаться так же, как и взрослые, преимущественно в ночное время, и у него будут характерные для чесотки высыпания. Захар Александрович, ну вот в городе, да, в принципе, проблем с дерматологической службой, в принципе, нет, да? Вот. А вот в сельских районах, да, в сельских областях там, вот там как, вот куда обращаться, кому, и как это все делать, вот как поставлена маршрутизация пациентов все-таки вот с заразными кожными болезнями? Маршрутизация, она простая, то есть практически в каждой районной больнице имеется дерматовенеролог. Вот. То есть вообще приближенно даже уже? Да, практически каждый они у нас в Ульяновской области имеются, либо совмещают, либо на основной работе. Вы тоже сконтактируете со всеми, да? То есть связка работает. Мы со всеми контактируем, да. Как главное учреждение все-таки, да, ну, в области? Да, как областной диспансер, мы со всеми на связи. Вот. У нас введена курация по районам, то есть за каждый район у нас отвечает дерматовенеролог, который работает в области. Закреплен, да, за каждым закреплен, за каждый, да, определенный район, и дерматовенеролог из этого района, он может со своим куратором в любой момент связаться, определить по тактике ведения, по направлению пациента, по каким-то дообследованиям, если необходимо, направить его к нам, и, соответственно, уже диагностировать какое-то заболевание и подобрать лечение. Ну, в том числе, я знаю, что у вас и телемедицинские тоже, да, проводятся такие, ну, в какой степени, да, тоже можно соединиться, можно все это? Ну, мы чаще всего это по телефону решаем. Я имею в виду, если надо, там, с федеральным центром каким-то, еще что-то, то есть есть контакт такой, да? Контакт с федеральными центрами есть, но это нечастое явление, потому что в основном у нас есть все возможности для лечения всех кожных заболеваний практически согласно современным тенденциям. Ну, я знаю, что вы лично сами, да, тоже всегда участвуете в конференциях, форумах, да, там, в принципе, таких межрегиональных, да, и международных симпозиумах, да, то есть и всегда и мы опытом делимся и какие-то навыки перенимаем, да, то есть, в принципе, методики лечения все-таки такие, да, они как-то методики лечения, ну, мы ими обмениваемся, но, тем не менее, они все четко регламентированы по стандартам, по клиническим в наших рекомендациях и стандартах, да, и мы от них стараемся не отходить, в принципе. И основные препараты для лечения, альтернативные схемы прописаны при непереносимости, например, одного вида терапии, они свой эффект показывают.
Ну вот какие-то, Захар Александрович, можете привести вот, именно вот в отношении заразных кожных болезней, да, вот какие-то, может быть, методики, там еще что-то именно вот в кожно-венерологическом диспансере применяется? Вот, есть такое какие-то? Или все-таки вот все четко регламентировано, все прям четко это, да? Или индивидуальный подход тут тоже к каждому? Нет, он, конечно, индивидуальный. Угу. Мы определяем... Ну, там степень поражения, ну, да? Ну, во-первых, да, следует сказать о том, что заразные кожные заболевания, такие как микроспории, им чаще всего болеют дети, да, поэтому к детям нужен обязательно особый подход. И если приходит ребенок, у которого множественное поражение, у вас есть части головы, например, или там кожи, то, конечно, это показание госпитализации. Потому что дома зачастую родители не справляются с лечением, даже с выписанным, с назначенным. И потом приходится дополнительный курс лечения назначать и все-таки ребенка госпитализировать с соблюдением противоэпидемического режима. Это, который включает в себя и бритье головы, например, да, и обработку очагов, и отслойки определенные там делаются. То есть иногда в амбулаторных условиях это даже невозможно сделать, да? Бывает такой случай, когда стационарно... Бывает, что необходимо ребенку такого госпитализировать. При этом там срок лечения достаточно приличный, около месяца, и это помогает избежать в дальнейшем каких-то рубцовых изменений в волосистой части головы и помогает также изолировать такого ребенка, чтобы он не заразил своих сверстников в коллективе, либо на детской площадке, например, или в секции спортивной. Захар Александрович, ну вот прям пару слов хотя бы о том, что вот, ну, заразные кожные болезни. Вот тоже ведь своеобразный карантин, да, определяется. Сколько, ну понятно, что при каждом заболевании свой, он, да? Индивидуален. Вот, да. Но все-таки вот в среднем хотя бы взять там, вот когда уже можно в коллектив ребенка, да, там, когда действительно там ограничить его вступление в коллектив. Как здесь вот это все решается? При каждом заболевании есть свой индивидуальный период контрольных осмотров, но при любом периодичности, да? Да, при любом кожном заболевании этот осмотр заразным, этот осмотр трехкратный. То есть где-то это 10 дней составляет, где-то 7 дней составляет, и только после третьего отрицательного там соскоба, либо контроля осмотра. То есть прям контрольный такой осмотр. Да, ребенок выпускается в коллектив. Это осуществляется за таким ребенком на период вот это диспансерное наблюдение противоэпидемическое, и по истечении срока наблюдения ребенок может посетить уже организованный коллектив. Ну, Захар Александрович, а все-таки вот заразные кожные болезни, вот как вы считаете, вот основные причины все-таки, вот какие к их распространению, вот, ну, скучность там, я не знаю, может быть, миграция людей там еще, вот что, увеличилась эта тенденция, значит, к распространению, не увеличилась, вот как бы все-таки объективно? Ну, объективно здесь что может играть роль? Это благоустройство территорий, вот однозначно, да, то есть это бродячие животные и все остальное. Это повышает, естественно, риск развития. Соблюдение правил личной гигиены, то есть если все нормально, то риск снижается многократно. Это осмотры, в детских коллективах особенно. И это своевременность обращения к врачам за медицинской помощью при подозрении у пациента на какое-то заразное кожное заболевание. Вот. Еще раз я оговорюсь о том, что не все заболевания являются заразными, которые на коже появляются. То есть нужно смотреть обязательно. Но с ними, да, не бойтесь обращаться, никто вреда не причинит в плане диагностики и лечения. Поэтому заразные кожные заболевания, они практически в 100% случаев, они излечимы, даже не практически, а в 100. Еще есть один момент, тоже у нас бывают пациенты с еще одним заразным кожным заболеванием. Называется это контагиозный моллюск, это вирусное заболевание, вызывает его фильтрующийся вирус определенный. Часто очень он встречается в детских коллективах, может передаваться в основном через воду, там, если это какие-то плавательные бассейны плохо обрабатываются и так далее. Ну и за счет того, что у ребенка есть определенные стадии по изменению его иммунного статуса. Поэтому, когда колебания идут иммунной системы, то тоже этот моллюск может появляться, но мы их тоже как бы удаляем, и дома это можно в домашних условиях удалять. Все рекомендации по лечению этого дерматозма даем.
Захар Александрович, ну понятно, что заразных болезней надокожных, ну, бывает так, что не избежать при непосредственном контакте и все прочее. Но вот все-таки, не могу это не спросить, да, вот все-таки вредные привычки, вот образ жизни, он как-то может влиять вот на контагиозность, именно вот восприимчивость именно вот к заразным кожным болезням? Или все-таки это прям очень индивидуально? Может играть однозначно, мы уже про соматические болезни сказали, если тем более эти болезни вызваны какими-то вредными привычками, однозначно, да. Статус иммунной системы, например, да, то есть если... То есть один может заболеть, другой, например, при хорошем статусе может и не заболеть. При каких-то проблемах, как вот заболевания внутренних органов, сама кожа изменяется, да, у нас есть наши защитные, так сказать, мантия на коже, которая имеется, она перестает защищать в той мере, в которой она должна защитить кожу, и это является зеленым сигналом для микроорганизмов, чтобы найти какую-то трещинку, какую-то дефект кожи, и внедриться туда и вызвать патологический процесс. Угу. Захар Александрович, ну сейчас очень много у нас и фитнес-центров, да, и там различные там бассейны есть, спортивные комплексы. Сейчас вот настолько можно разнообразно, да, свой досуг, как говорится, использовать. Вот, скажите, пожалуйста, вот я хочу, чтобы вы просто авторитетное мнение свое, да, как дерматолога, значит, вот просто сказать, что вот эти, которые проходят без медосмотра, да, перед этим, перед посещением вот этих, как говорится, занятий, да, спортом, физкультурой, насколько важно вот прохождение медосмотра не просто для галочки, да, а на самом деле, да, прохождение как следует, да, то есть вот, то есть должен пройти дерматолога, да, терапевта обязательно, то есть это все очень важно. Не зря же дерматолог тоже включен в этот список. Ну, здесь правильная точка зрения, как сам как человек, который посещает спортивный себя, центр, да, и занимается спортом, то есть могу сказать, что необходимо не только у дерматолога наблюдаться, да, потому что есть определенные кожные заболевания, с которыми нельзя посещать занятия, тем более давать какие-то усиленные физические нагрузки, но здесь еще больше играет роль наличие каких-то сопутствующих заболеваний, например, сердечно-сосудистая система и так далее. Когда ну, при неправильной физической активности может произойти какой-то, ну, сбой какой-то, какой-то система, сбой, да, какое-то событие, которое будет угрожать жизни и здоровью в целом. Ну, опять же, иммунитет будет снижаться, значит, то есть, ну, да. Тут надо все в совокупность смотреть. Захар Александрович, ну, не могу не спросить вас про... Сейчас в сентябре месячник, посвященный именно борьбе с заразными кожными болезнями, да? Да. Вот расскажите, пожалуйста, какие мероприятия намечаются? Уже, я так думаю, уже, наверное, план разработан, да, какие-то мероприятия? Ну, так, какие-то наметки уже есть, да? Как это все будет проходить? И у вас обычно это всегда широко все проходит? Ну, у нас это мероприятие, оно ежегодное, и оно... достаточно широко освещается, оно согласовано на всех инстанциях, это мероприятие, поэтому суть его заключается в том, чтобы проводить максимальный осмотр детей, которые возвращаются, так сказать, в организованные коллективы, либо из летних оздоровительных лагерей, либо из каких-то домов отдыха, либо из деревни приезжают от родственников, и не допустить распространения каких-то заразных кожных заболеваний при их наличии у такого ребенка, который вернулся откуда-то. В течение месяца дерматовенерологи на местах, то есть это районные дерматологи и наши специалисты, за нами закреплены определенные районы, определенные учебные учреждения, как дошкольные, так и школьные, и дерматологи выходят, осматривают детей. Ну, естественно, идет подготовка, то есть предоставляются списки, получается согласие родителей на осмотр. И в дальнейшем уже фиксируются не только заразные кожные заболевания, но и незаразные. Например, хронический дерматоз, как атопический дерматит, как псориаз, которые... Такой ребенок, например, он может не знать, что у него такое заболевание, или родители могут не знать, а дерматолог его осмотрел, сделал пометку о том, что такому ребенку нужно явиться к дерматовенерологу и получить план лечения, определиться с диетическими какими-то моментами и подобрать адекватную терапию. Захар Александрович, ну и в заключение программы уже по традиции какие-то добрые пожелания как от врача, как от дерматолога, как от человека?
Ну, в плане в разрезе именно профилактики заразных кожных болезней. Ну, пожелания какие? Конечно, беречь свое здоровье всем пожелаю. Обязательно, если вы работаете в детском коллективе или если у вас есть дети, то обращайте внимание на высыпания, которые у них появляются. Еще раз хочу сказать, обратить внимание, что не каждое высыпание на коже – это заразный какой-то дерматоз. И правильный диагноз и лечение вам может подобрать только квалифицированный врач, который называется дерматовенеролог, либо в районных поликлиниках, либо областной кожевенный диспансер, консультативно-диагностическое отделение на Радищу 97 находится. Мы принимаем по записи, по предварительной, так и по самообращению. Практически в день обращения у нас все пациенты принимаются. Даже по субботам, по-моему, вы тоже работаете. В субботу, да? Мы тоже работаем. У нас есть дежурные доктора и администраторы дежурные по субботам тоже есть в случае каких-то спорных там ситуаций. Поэтому мы всех ждем, всем стараемся помочь. Да, ну и вообще уверен в этом и знаю о том, что у вас действительно всегда вы открыты, всегда будет оказана помощь, всегда какая-то будет консультация. То есть нужно просто обратиться. Не нужно, да, как говорится, вариться в собственном соку, да, нужно просто обратиться к специалистам. Да, обратиться, ну и не допускать каких-то моментов, которые могут привести к запущенному случаю. То есть это не заниматься самолечением, это не лишний раз не рыться в интернете, где написано как правдивая информация, я не отрицаю этого, так и ошибочные мнения, которые могут просто привести к усугублению ситуации. Ну что ж, спасибо большое, Захар Александрович, за такой интересный разговор. Я всем желаю здоровья, всем желаю хорошего летнего настроения. До новых встреч. Ваш доктор Смирнов.